Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Давайте попробую я поанализировать, В этом выпуске я хотел поговорить с вами насчет договорных или продажных матчей, которые сливают специально. Ну, начнем с того, что такие матчи, они практически везде есть. В любой сфере, где идет соревнование между командами. То же самое и в футбол. Но в футболе все это гораздо сложнее делать, нежели в доте там и в других моба-играх, типа WoW и так далее. Но это не важно где. Counter-Strike тоже может то же самое. Ну, на примере давайте доты. Вот. На примере этого матча, где играет команда Малайзии, у нее 87%. И КСВ 13, да? Ну, допустим, что для Малайзии этот матч ничего не значит. То есть у нее все было хорошо до этого времени, и если она проиграет матч, она ничего не потеряет, и она не выбывает из турнира. Все у нее хорошо будет. То, само собой, ей выгодно слить матч, согласитесь? То есть, если она выиграет матч, она вроде ничего за это не получит, денег не получит, просто получит очко дополнительное, которое, в принципе, ей ничего не дает. Но! Если она сольет, во-первых, они, игроки этой команды, могут поставить против себя, например, на КСВ, и получить огромную отдачу. Также рассказать каким-нибудь своим друзьям, которые тоже могут поставить на проигрышную команду. Это на примере Dota 2 Lounge, да, здесь ставят вещи. Но есть и другие сайты, типа очень популярные Dota 2 Bets. Там ставят реальные деньги, особенно это популярно там в Америке и так далее, там стоят огромные деньги. То есть, у команды Малайзия выбор, да? Ну, просто к примеру, Малайзия. К ней это вообще никак не относится. У нее выбор. Или сыграть матч и получить какое-то там говенное очко за это, которое ничего не решит. Вы все равно будете там побеждать. Или получить огромные деньги, да, ставя против себя. К сожалению, в доте это очень часто встречается, невероятно часто. Это только вот ставки против себя. Также еще есть игры, где договорные матчи. Это очень часто особенно встречается, ну, мне так кажется, в русскоязычных командах. Там украинские или украинские, ну, неважно, русские... белорусы и так далее. Ну, короче говоря, кто говорят по-русски. Ну, мне так кажется, в первую очередь, потому что они могут договориться, понимаете. Если будет играть русская команда против английской, американской, да, здесь все посложнее будет. А вот когда играют свои, они могут договориться. Например, не хочу назвать команды, да, но была такая ситуация, команда популярная. У них были игры на двух турнирах подряд. То есть шло два турнира, и у них встречи были подряд. То есть играли на одном турнире и на другом. И практически сразу, да, то есть там разница была там час перерыв. И естественно, на одном турнире побеждает одна команда, на другом турнире побеждает другая. И самое печальное, что это настолько было очевидно, что они договорились. Типа, давайте мы на одном турнире сливаем вам, на другом вы. День там просто в говно отдаются, а через час, опа, у них поднялся скилл. Господи Иисусе, они молитвы прочитали. За один час у них скилл взлетел на 100 тысяч лет вперед. Это пример договорных матчей. Договорные матчи. Опять же, к сожалению, мы от этого не избавимся. Вопрос в другом. Как этого избежать? Как? Как избежать, чтобы команды сливали и ставили на проигрышную команду? Чтобы были договорные матчи? Мне кажется, ответ один – никак. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом. О проданных матчах, где ставят против себя. И о договорных матчах, где сначала договариваются, что вы мне сливаете, ну, вы нам сливаете, а потом мы вам сливаем. Что вы думаете об этом и как этого избежать? Есть ли вообще способ избежать этого, чтобы
вот эти вот Dota 2 Lounge были нормальные ставки. Если ты видишь, ты анализируешь, что команда сильная должна победить, она пускай побеждает, а не сливает специально ноунеймом, да, у которых там 5% коэффициент идет. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.